телеграм-каналу «Азад Иран» стали доступны скандальные видеокадры того, как за последние несколько месяцев Иран-армянскую границу ежедневно пересекают крупнотоннажные грузовые автомобили, которые перевозят бензин, дизель, продукты питания, одежду, стройматериалы. Не исключено, что таким же путем перевозятся наркотики и контрабандные товары. Как стало известно телеграм-каналу, все грузы направляются на азербайджанские территории, находящиеся в зоне ответственности российских миротворцев. Пока непонятно, кто и по какому праву в Иране помогает армянским жителям в Карабахе и почему российские миротворцы беспрепятственно пропускают эти грузы.